Всем привет, с вами Каян. Сегодня я вам покажу свой любимый прогульщик от известной фирмы «Болда». Эта модель прогульщика в 16 раз меньше настоящего и является его точной копией. Прогульщик очень детализирован. На нем видно даже гайки на колесах. Этот погрузчик сделан из очень хорошей пластмассы, не китайской. У погрузчика высоко и далеко выдвигается стрела. Стрела управляется поворотом вот такого рычажка. Если крутить по часовой стрелке, он будет двигаться вниз. Против часовой стрелки он будет двигаться вверх. Вот это максимальный угол его подъема. В реальности эту стрелу поднимает вот такой цилиндр. Давайте выдвинем максимально длинную стрелу. До этого надо крутить вот эту крутилку. Крутим против часовой стрелки. И она медленно выдвигается. Вот это максимальное выдвижение стрелы. Вам не кажется оно огромное? Давайте я вам покажу, как может двигаться ковш. До этого есть вот такой винтик. Крутим по часовой стрелке, опускаем ковш. Это минимальное положение. Крутим в часовой стрелке, поднимаем. Вот такая штука есть, держатель до ковша. Ну, до такой штуки нет крутилки, ее надо поднимать вручную. Кроме того, можно открыть капот и заглянуть вовнутрь. Там мы увидим огромнейший мотор погрузчика. Из подвижных элементов есть зеркало заднего вида, которое водитель может поворачивать. Также руль, который можно крутить. И, конечно же, колеса большие и резиновые, их тоже можно катать. Вот так вот погрузчик очень классно ездит на своих больших колесах. Сзади у погрузчика есть полкоп, на который можно прицепить какой-нибудь прицеп. Вот еще что интересного, у погрузчика выхлопная труба сверху. На погрузчике есть надписи «На кабине», на капоте, на стреле. На сожалению, это наклейки. Но они очень прочные. Давайте посмотрим кабину. Кабина очень детализированная. Здесь мы видим рычажки. Вот тут руль. Тут сиденье. Кстати, впереди погрузчика есть еще одна надпись. Если поднять стрелу, тогда ее будет видно. Давайте-ка поиграем. Соберем-ка эти бревна. Yeah.
внимание. Внимание, ковш поднимается. Я достала на парень. Вот так круто можно поиграть с погрузчиком. А я с вами буду прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.